Базару нет, она вам всем фотки лайкает. Ну ебу ты ее, я. Окей, я не ударилась башкой, и это уже хорошо. И всем привет, меня зовут Кристина, и сегодня мы смотрим Filament. Ефис Трапт. Трапет. Окей. Я не умею нормально приветствоваться на своем канале, поэтому просто гг. Мы сейчас будем смотреть, и спасибо вам за ваши просмотры, за ваши лайкусики, потому что я буду, наверное, в каждом видео повторять, потому что я вообще не ожидала такой какой-либо отдачи от вас, потому что сейчас просторы Ютуба заняты тупыми трендами, и очень тяжело годному контенту какому-либо пробиться, потому что по сравнению с тем, что творится в трендах, в принципе, все можно назвать годнотой. Окей, мы идем смотреть клип, и... Идем смотреть клип. Filament. Ну, вы поняли. Опять нам дают какую-то серию. Опять женщина. Опять что-то с природой, да, связано. Ну ладно, я в конце выскажусь. Oh,
Окей, я уже забыла половину, что хотела сказать. Во-первых, типа, тёлка прикольная, сочная. Во-вторых, я бы в этом клипе многое изменила. Во-первых, я скажу впервые для себя, хоть я и не любитель от этих черных рамок, для этого клипа его нужно было сделать как можно темнее и сделать вот эти вот, как в фильмах ставят, черные полосы. Он бы смотрелся более глубоко и более, знаете, он бы... Мы бы, короче, прониклись этим клипом и как почувствовали бы такую какую-то тяжесть от этого клипа, какую-то прям таинственность. А это как будто, знаете, типа видос сняли для косплей-фестиваля. Вот там, когда камеру ведут, так вот, а там все, типа, показывают свои эти образы. Ну, там примерно все то же самое. Выглядит очень дешево, но вы можете также говорить, а ты сможешь так же? Дайте мне хорошую аппаратуру. Думаю, я могла бы сделать не так же, но чуть лучше. Вот. Как минимум бы, если бы мне дали время изучить хороший, знаете, видеоредактор, возможно, это было бы лучше. Но да, здесь много чего не хватает. У девки хороший голос. Мне нравится. Сначала мне не зашло, хоть вы знаете, что я не фанат женского вокала. Но, знаете... Окей, я поставила бы лайкусик, и если бы эта песня попалась мне в плейлисте, я бы такая... Окей, давай послушаем. Так что да, много чего бы я здесь исправила, особенно в клипе. Но я больше, наверное, хочу послушать ваше мнение, потому что я сейчас могу наговорить всякого. Вы подумаете, что, господи, ты что-то ебаешься. В общем, напишите мне в комментариях, что бы вы добавили в этот клип, или чего бы убрали оттуда. Много ли здесь эффектов, или наоборот, чего-то не хватает. Сама задумка, как вам? Обязательно пишите какие-то определенные ваши мнения об этом клипе. Вот. Об этой группе. Возможно, вы что-то какие-то знаете, интересные факты о ней. В общем, да. И пишите обязательно ваши какие-то определенные вопросы. И если они будут, вообще будут, то я отвечу на них в следующем видео. В начале, либо в конце, я пока еще не решила. В общем, да. А сейчас спасибо за просмотр и увидимся в another video. See you soon!